нашим героям никак не сидится на месте. Что же они придумали сегодня, узнаем прямо сейчас. Встречай новый челлендж на Парара! Вау, какое красивое платье! Я его покупаю. Ой, кажется, у меня нет денег. Лили, такой простушке, как ты, ни к чему дорогие платья. Зато у меня есть куча денег, и я потрачу их на это шикарное платье. А вот и оно, прошу. Большое спасибо. Счастливо оставаться, простушка. Простите, мисс. Что? Ого! Это мне? Целая куча денег! Не так быстро. Пойдемте со мной. Ура, я стану богатой! О чем это она говорит? Я должна проследить и выяснить. Стоп! Прежде чем идти дальше, вы должны надеть маски. Ну ладно. Ой, теперь ничего не видно. Мила, осторожно. Ой, стена. Ну и где это мы? Смотрите, начинается обратный отчет. И что это значит? Это значит, что я выиграю вас во всех конкурсах, лузеры. Всего-то нужно пройти по бревну. Кажется, это было не так-то просто. Ладно, у меня точно получится. Сделаю большой шаг. Упс, как-то неловко получилось. Какая прелесть. Вот это расцветка. Нужно поскорее слезть отсюда и сменить штаны. Да, у меня получилось. Ну ты даешь, Алекс, развеселил. Ну что, теперь моя очередь. Нужно идти медленно, чтобы удержать равновесие. Ой, как же здесь неустойчиво. Я падаю? Нет, нет. О, как я удачно зацепилась за бревно. Только бы доползти. Как же страшно. Да мне даже смотреть страшно. О, а сидя перемещаться гораздо удобнее. Поздравляю, Вита. Ну и что же мне делать? Придумала. Нужно подпилить каблук на моих туфлях. Что она делает? Теперь это туфли на очень тонких и очень острых шпильках. Упасть на таких точно не получится. Ого, да у Милы неплохо получается. Остался последний шаг. Да, я справилась. Лили, давай. Придумала. У меня же тоже есть шпильки. Правда, они для волос, но если воткнуть их вот так в балетки, то будет в точности, как у Милы. Теперь я готова пройти испытание. Получается. Лили, осторожнее. Готово. У нас все получилось. Ой! Где это мы? Похоже на следующее испытание. И что нужно делать? Не знаю. Ого, почти в цель. Кошмар, помогите. Спокойно, друзья, я разберусь с этими шарами. Смотрите, как нужно уворачиваться. И берите пример. Вита, а можно было поосторожнее? Ничего не вижу. Где мои очки? Я знаю, время танцев. С таким настроем и пластикой меня ни один шар не зацепит. А мне что делать? Уворачиваюсь, как могу. У тебя прекрасно получается, Мила. Давай без лести, Алекс. Ага, у меня созрел гениальный план. Алекс, иди сюда буквально на секунду. Получилось. Ох уж эти мальчишки. Уклонение вправо. Отличная работа. Ой, а вот и мои очки. И вот, наконец, время вышло. Что? На вас не пятнышко, зато я весь в краске. Какой ужас. Да я и так вымазался, зачем еще? Ну вот, теперь я весь синий. Мне никогда не отмыться. Смотрите, Алекс выбыл. Ужас. Похоже, это новый раунд. У, какая гадость. Оно шевелится. Конечно, это же личинки. Но для победы придется съесть их все до единой. Я готова.
Если Лили смогла, то и у меня получится. Решительность во взгляде и серьезный настрой. Вот мой рецепт победы. Главное не останавливаться и представлять, что ешь несквик, а не личинок. Ладно, придется это сделать. Как же мерзко. Ненавижу насекомых. Они такие противные. Не могу поверить, что делаю это. Ого, Авито с Лили почти закончили. Нужно что-то предпринять. И я уже знаю, что. Что за ощущение? Будто что-то щекочет спину. Танцуй, танцуй, Вита. Скоро ты обнаружишь, что в твоей тарелочке прибавилось вкусных личинок. Не может быть! Я же все съела! Ну, мило, сейчас тебе не поздоровится. Время! Как вовремя оно вышло. Что? У меня больше всех? Нет, я не хочу проигрывать! Только не краска! Помогите! Я хочу продолжить испытание! Неужели это еще не все? Да, очевидно, что нет. Кажется, я знаю, что сейчас будет. Поединок. Я ни за что не проиграю. Будь уверена, мила. Вот тебе. Ой! Ого, какой удар! Спокойной ночи, Лили, я победила. Ура! Ну уж нет. Не так быстро. Рано радуешься, мила. Этот бой должен выйти на новый карате уровень. Нападай. Легко. И пусть победит сильнейшая. Получай. Да ладно, Лили. Тебе не победить меня с закрытыми глазами. Готовься к нападению. Кажется, это фаталити. Спасите! Я победила! Просто не верится! А вот и ваш приз. Мой приз! Давайте его сюда скорее. Теперь я наконец-то смогу купить то самое платье. Вот деньги. Давайте его мне. Секундочку. Прошу. Оно вам очень идет. Сидит просто безупречно. Awesome! Я мечтала о таком всю жизнь. Где это мы? Кажется, самое время для челленджа. Чур, я свой сейф открою первый. Он у меня улыбающийся. Ничего себе! Целая стопка ярких попытов. Вот это здорово! Здорово? Да не то слово. Самое время потыкать в них и немного успокоиться. Странно, а чего это они такие мягкие? И пахнут вкусно. Они мармеладные. Их так много. Я могу съесть их все сразу. Остановиться очень сложно. Уж больно они вкусные, эти ваши мармеладные попыты. Кажется, она все-таки остановилась. Наверное, специально для нас, чтобы мы попробовали. А ну-ка, это мое. Больно. Самое время узнать, что же ждет меня. Ну-ка. Кажется, это что-то мягкое. Ой, это же живые черви. Я не буду их есть! Не хочу! Они ползают! Все, не переживай! Они все улетели! Улетели? Да они все на мне! Помогите! Они хотят меня съесть! Думаю, тут поможет пылесос. Он мигом съест всех червяков. Даже тех, кто изображает усы на твоем лице. Это смешно выглядит, но я его сниму. Ой, что ж ты свои губы расставила? Мне же как-то нужно червяка засосать. Все, готово. Да уж, готово. Губы у Дианы тоже вполне готовы. Издеваешься, значит? Тогда почему бы тебе не попробовать на вкус всех этих прелестных червяков? Получай! Они во мне! Что же мне делать? Какая гадость!
ладно тебе, не кричи. Лучше посмотри, что там у тебя в сейфе. А ждет меня в сейфе. Какое-то зелье. Надеюсь, я не превращусь в лягушку или червяка. Странно, пока я вообще ничего не чувствую. Все так же, как и было до этого. Это странно. Ой, нет, что-то со мной происходит. Девочки, помогите! Кажется, это зелье уменьшения. Я теперь размером с вашу руку. Давай, я подниму тебя назад. Смотрите, какая милашка. Малюсечка, пупусечка. Ах, ты еще и кусаешься? Как же больно. Но ничего, я все равно разберусь с тобой, малявка. Будешь драться с настоящей змеей. Думаешь, я ее боюсь? Да я ее сразу в два счета уделаю. Интересно, кто же победит? Пока неизвестно, но я думаю, что червяк сильнее. Червяк? Да я его уже победила. Получай, вот тебе. На! Надо же, и правда она победила. А вы как думали? Это был очень крутой бой. Узнали, какая я сильная? Да. На этот раз вкусняшка у меня. Так что сейф я открою первый. Вот это да. Это же мой любимый коктейль с Марсом. Обожаю такие. Чего же я жду? Пора пить. Странно, почему он не льется? Дурацкая бутылка. Да, как можно не понимать? Слушай, давай я тебе покажу, как надо пить. Ты? Ну, на. Пошутила. Еще чего. Не дам я тебе коктейль, он мой. И без тебя попить смогу. Какая же ты жадная. Но ничего, я тебя проучу. Будешь знать, как с подругами не делиться. И что ты наделала? Теперь я вся мокрая. Хотя могла выпить всю бутылку. Я думала, что мы подруги. Все, хватит ныть. Пусть Диана открывает сейф. Что? Рыба? О, нет. Как хорошо, что она не наша. От нее воняет. Но ты все равно должна ее съесть. Таковы правила. И без тебя знаю. Сейчас попробую. Это ужасно. Нет, это выше моих сил. Так не пойдет. Я не буду ее есть. Как это не будешь? Говорю, правила такие, так что давай. Ладно, уговорили. Нужно сделать это максимально быстро. Все, я закончила. Ай-яй, скелет-то мне зачем? Уберите его с меня. Хватит смеяться. Давай, Мэри, открывай свой сейф. Я с удовольствием. Это еще что такое? Какая-то конфетка Skittles? Я их, конечно, люблю, но почему так мало? На вкус вроде обычная. Просто классная конфетка. В общем-то, я довольна. Смотрите, да эти конфеты теперь растут на моем лице. И на руках. Как же это круто! И правда круто. А дашь попробовать? Конечно. Здорово. Смотрите, теперь я тоже вся в конфетках. Диана, хочешь? Нет уж, спасибо. Не буду я прыщи ваши есть. И снова первый сейф буду открывать я. Думаю, с этим все согласны. Вот это я понимаю подарок. Айфонов много не бывает. А какие же красивые фотографии на него получатся. Загляденье. Я тоже хочу. Дай мне пофоткаться. А ну уйди. И не порти мне снимки. Отдай, он мой. Я хочу пофоткаться. Девочки, хватит ругаться. Отдайте его мне. Вы там пока решайте, чей он все-таки. А я поиграю. Да как ты посмела? Отдай его мне, он мой. Вы что наделали? Мой новый телефон. Нет. Ой, кажется, теперь он не в лучшем состоянии. Это все ты виновата. Вы что наделали? У меня теперь не айфон, а какое-то разбитое корыто. Пока ты миришься с этим, я открою свой сейф. Странно, но почему же он пустой? Давай же посмотрим, что там.
нет! Только не лягушка! Я их боюсь! Помогите мне! Уберите эту дрянь с моей головы! Фух, избавилась! Мне это животное тоже не нужно! Давай, прыгай отсюда! А мне-то за что? Жаба твоя, а я ее еще и есть должна! Ну уж нет! А что, если это заколдованный принц? Тогда я стану настоящей принцессой! Нужно это проверить! Okay. И как там принц? Что-то не превращается! Кажется, теперь мне пора посмотреть, что в моем сейфе. What? Ого, непонятная шляпа! Что же мне с ней делать? Понятия не имею. А что вот делать мне с лягушонком? Не хочу тебя расстраивать, но кажется, твой лягушонок теперь превратился в камень. Камень? Странно. А почему он коричневый? Ага, точно! Это же шоколад! Да не просто шоколад, а очень вкусный шоколад! Слушай, а может твоя шляпа с моим айфоном такое сотворить может? Давай узнаем! Сработало! Как же круто! Теперь у меня есть шоколадный айфон! К тому же очень вкусный! Значит, шляпа не бесполезная! Но можно ли ее носить? Вроде все окей! Ого! У нас с тобой теперь есть шоколадная Мэри! Давай ей пальцы все съедим! Нет, okay. Мы не будем издеваться! Давай лучше просто снимем с нее шляпу! И она снова станет собой! Ну, давай попробуем! О, спасибо! Вы меня спасли! Я уж думала, навсегда останусь шоколадной! На этот раз вкусняшка ждет меня! Надеюсь, там будет что-то мега вкусное. О, Нутелла! Обожаю ее! Хочу съесть всю банку! Ой, прости, Клариса! Крышка сама захотела сесть тебе прямо на голову! Это же не значит, что она теперь должна бить меня по лицу! Да ладно, не обижайтесь! Я просто одурманена предстоящей вкусняшкой! Уверена, Нутелла будет, как всегда, очень вкусной! Я тоже хочу! Хочешь, но не получишь, это моя Нутелла! И все-таки на носике капелька осталась! Круто! У тебя на носике, а у меня все руки в Нутелле! Да уж мы видим, ты вся в ней! Кажется, теперь нужно залезть за ней поглубже! О нет, моя рука, она застряла! Обжора, есть надо меньше! Лучше бы не смеялись, а помогли мне! Давай, Клариса, помогай, тяни эту банку! Стараюсь! Давай, мы сможем, у нас получится! Давай, тяни! Ой! Круто! У нас теперь куча Нутеллы! Давай скорее все съедим! У меня все хорошо! За меня не переживайте, я жива! What? Вы что, все съели? Да как вам? О, еще шоколад! Можно прямо с руки его есть! Come on! Окей! Пока ты ешь, я узнаю, что ждет меня! Что-то вонючее. О нет, только не сыр. Прошу. К сожалению, это именно он. Я не хочу его есть. Пожалуйста, пощадите. Он ведь такой гадкий. Меньше слов, больше дела. Давай, кусай уже. У, гадость. Да уж, выглядит просто омерзительно. Так и есть. Я не могу это проглотить! Это слишком мерзко! Хотя... Okay. Вот и все прошло! Круто! Да, круто! Теперь узнаем, что же ждет меня! Кажется, нам пора! Еще больше только самых крутых челленджей ищите на Дорода! Будет весело! Оставайтесь с нами!